Творческая команда Белтелерадиокомпании возобновила поиск талантов. Предкастинг на X-Factor уже прошел в Витебске, Барановичах, Мозыре, Лиде и Бресте. Наш город предпоследний, дальше только Минск. В жюри звезды белорусской эстрады и телевидения Ольга Шлягер, Иван Зданюк, Александр Гайдук и Екатерина Близнец. Каждый белорус вообще рад, что в нашей стране появился такой большой конкурс, шоу талантов, потому что очень много талантливых ребят, которые действительно хотят показать свои качества, свои способности, но не знают, где реализовать их. О предкастинге популярного вокального талант-шоу 22-летний Слава узнал буквально за пару дней. Сразу понял, нужно ловить шанс. Его работа – выкладывать товары в магазине и консультировать покупателей. Но это не совсем то, о чем он мечтал. А вот писать песни самостоятельно и их исполнять – другое дело. Да и большой плюс – умение играть на гитаре. Я пою, мой лучший друг и дорог, в темноте снова танцую, не чувствую ног, я такой классный. Я родился в городе Бобруйске. Да, я участвовал в одном кастинге, это был кастинг в Kaufman Label. Вот, но не получилось. В этот день на сцене театра драмы и комедии совершенно неизвестные артисты. На живое прослушивание пришли учителя, домохозяйки, учащиеся колледжи и представители других профессий. Главный критерий – возраст. Участники должны быть старше 16. Песню нужно исполнить акапелла. В шаге от победы более 40 участников из Бобруйска. Волнение и суета – нормальное явление за кулисами. Жюри строгое, но а будет ли их выбор справедливым, узнаем в финале. Увидеть X-Factor в телеэфире зрители «Беларусь-1» смогут осенью. Всего запланировано 17 выпусков проекта. Победителя шоу выберут зрители в канун Нового года. Не исключено, что среди лучших будут и наши земляки. Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.